Варвар, доброго дня. Игра позади. Тяжело на самом деле получилось. Наверное, ну, болельщики точно не ожидали такого начала, такого ожесточенного сопротивления гостей. Вообще, какие эмоции, ощущения после такого матча? При том, что начало было реально тяжелым, концовочку довольно уверенно забрали. Здравствуйте. На каждого соперника мы настраиваемся, каждого соперника для нас считаем равным, и каждой к игре подходим серьезно. Вот. Вначале, может быть, не все получалось, и соперник дал нам хороший отпор. Но собрались, остались команды. Спасибо болельщикам за поддержку. Очень нам помогли сегодня. А, кстати, для тебя это вот вчера и сегодня это первые домашние игры за Нику. Вообще, как тебе поддержка, как болельщики? Очень волнительно было. Вчера первая игра, да, в домашних стенах. Но очень приятно, очень тепло, душевно. Поддержка при каждом моменте, защите в нападении, после игры все поддерживают. Дети дарят плакаты, так приятно. Ну, прям очень-очень приятно. Спасибо большое. Сказалось ли на подготовке к сегодняшней игре со Ставрополем то, что вчера соперник обыграл другую команду из премьер-лиги, Ногинск? Вот. Может, там была какая-то изначальная расслабленность, вот вчера вот выиграли, и все, и сразу настрой повышается? У нас не было никакой расслабленности. Мы относимся серьезно к каждой игре, и каждую игру играем на победу. Это самое важное для нас сейчас, поэтому никакой расслабленности сюда собраны. И на победу. Ну, собственно, мы думаем, это то же самое завтра. Будет никакой расслабленности из первых минут, чтобы не было никаких сомнений в исходе. Да, конечно. Вот. Силы-то остались у тебя лично? Да. Впереди время, чтобы остановиться до завтрашнего вечера. Так что, конечно, есть. Все хорошо. Спасибо большое за блиц. Удачи завтра. Увидимся. Спасибо большое. Ждем вас на игре.